Давайте посмотрим, буквально минутку. Это Крым. Вот такой он, весенний Крым, откроется нам как бы с другой стороны. Крым, о котором даже и не могли мечтать. Море как будто созданное для чаек и рыбаков. Здесь приходишь в себя, душа рвется от неземной красоты и простоты. Мы и не ожидали, что Крым может быть вот таким. Время 10 часов утра, а солнце уже так сильно греет. Поют птички. Мы приветствуем вас из санатория Полтава Крым. Санаторий Полтава Крым находится в городе Саки. Это уникальная водогрязь-лечебница, расположенная на западном побережье Крымского полуострова, рядом с Сакским озером, в 30 метрах от собственного благоустроенного песчано-галечного пляжа. Меня зовут Юрий Сухов, и я приглашаю вас на небольшую прогулку со мной по территории санатория. Программой основного лечения являются грязи, рапы, минеральные воды. Здравница также имеет собственную скважину минеральной воды Крымская. Пляж оборудован шезлонгами, зонтиками. Как в песне: теплое-теплое море, жаркое солнце, синие-синие волны и пустынный пляж. Музыка рядом со мною, ты рядом со мною, и весь этот берег наш. Идем в столовую на обед. Питание здесь трехразовое по системе «Шведский стол». Это что за красота? Гости, проживающие в номерах полулюкс и люкс, там написано? Питаются в банкетном зале по меню. По назначению врача возможно диетическое питание. Приятного аппетита! Свободное от процедур время можно съездить на экскурсию. В этот раз мы решили съездить в Евпаторию. Еще хочу заметить, что в Крым лучше ехать на своей машине. Сам себе представлен, ни от кого не зависишь, никого не ждешь. Если, конечно, есть такая возможность. По дороге в город Евпаторик, который находится в нескольких километрах, расположено озеро Сасын-Сиван. Это любимое место отдыха не только местных жителей, но и гостей города. Казалось бы, ничего обычного, ничего особенного в нем нет. Но достопримечательностью образовалась всего несколько лет назад прилетевшая сюда семья лебедей. Погулять по старому городу Евпатории, посетить храмовый комплекс крымских караимов. Караимы – это потомки тюркского кочевого народа, коренной народ Крыма. Thank you.
регламента? Вот просто... Более свободное время, выходные дни, когда нет процедур в санатории, можно проехать в другие места Крыма. Ялту. Балаклаву. Самой запоминающей была поездка в Севастополь. Город завораживает своими бухтами, памятниками, кораблями. Также невозможна поездка в Севастополь без морской прогулки. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также всем желаю посетить Крым, отдохнуть.